То, что в Брянске негде отдохнуть – миф. В торгово-развлекательном центре Тимошковых есть все необходимое для приятного отдыха с семьей или друзьями. Надоело смотреть старые фильмы на маленьком экране? Кинотеатр Cinema Club к вашим услугам. 4 кинозала, 2 для фильмов в пленке и еще пара для цифрового и 3D-кино. Хотите эффект присутствия, искры от взрывов перед глазами или объемный персонаж из мультфильма? Получайте 3D-очки и усаживайтесь поудобнее. Для более острых экстремальных ощущений 5D-аттракцион. Большие экраны и удобные кресла при просмотре киноновинок не позволят отвлекаться на мелочи. При покупке билета не забудьте захватить колу и попкорн, который, кстати, можно купить тут же. А в преддверии Нового года в киноцентре Cinema Club проходят праздничные акции. Одна из них угощает всех маленьких зрителей попкорном абсолютно бесплатно. Кроме того, весь декабрь билеты в киноцентре стоят гораздо дешевле, а в последний день проката скидка на билет и вовсе 50%. Не стоит сидеть дома бабушкам и дедушкам. Берите внуков и быстрее в Cinema Club. К новогодним каникулам кинотеатр приготовил много интересных и захватывающих мировых киноновинок. Кстати, узнать расписание фильмов на день или забронировать место на сеанс в Cinema Club можно по телефону. Окунитесь в мир кино на 7 этаже ТРЦ Тимошковых. Для тех, кто привык к активному отдыху, на 6 этаже ТРЦ Тимошковых работает бильярд. Для профессионалов и просто любителей 19 столов с русским и американским бильярдом на выбор. Погонять кием шары без посторонних глаз можно в VIP-комнате. В современном бильярдном зале клуба созданы все условия для приятного времяпрепровождения. Это и отличное кондиционирование помещений, освещение и, конечно, спокойная обстановка для полноценного погружения в игру. Для профессионалов и любителей бильярдный клуб регулярно проводит турниры. Не умеете держать кий и не попадаете в лузу? Добро пожаловать на обучающие курсы. Детей от 5 до 15 лет профессионалы научат мастерским трюкам игры и раскроют тайну бильярдных шаров. Метров бильярд-клуб приглашает на ежегодный розыгрыш «Копилка». Он стартует 25 декабря и продлится 2 дня. А отдохнуть можно в уютном кафе с разнообразным меню и вкусной кухней. Кстати, в клубе можно почувствовать себя настоящим англичанином и сыграть в снукер. Стол английского бильярда ждет вас на 6 этаже ТРЦ Тимошковых. Для семейного отдыха в торгово-развлекательном центре Тимошковых на 7 этаже работает развлекательный центр «Маугли». Здесь находится любимый взрослыми и детьми аттракцион «Мини-боулинг». В «Маугли» можно окунуться в мир настоящих приключений, прогуляться по лабиринту и покататься на самых разных аттракционах, а также поиграть на детских игровых автоматах. В семейном развлекательном центре «Маугли» вы сможете перекусить и полакомиться десертом в уютном кафе для всей семьи. В «Маугли» предусмотрена площадка для проведения праздничных мероприятий со сценой и банкетной комнатой. В семейно-развлекательном центре регулярно проводятся веселые детские праздники. Здесь можно получить урок от пиратов и поиграть с героями из любимых детских мультфильмов. Подарите ребенку праздник в семейно-развлекательном центре «Маугли», ТРЦ Тимошковых, 7 этаж. А если вы любите активный отдых, хорошую музыку, уютный интерьер и вкусную еду, на 6 этаже торгово-развлекательного центра Тимошковых вас ждет ночной клуб «Велес». Кто, как не славянский бог поэзии, мудрости и песни, лучше всех разбирается в музыке. Трендовые европейские ритмы звучат в ночном клубе каждую ночь. Каждую неделю в «Велесе» проходят самые громкие вечеринки, собираются самые красивые девушки и вся клубная тусовка города. Программа нестандартная, скорее это уникальное шоу, которое полностью состоит из необычных сюрпризов. А для тех, кто вдоволь натанцевался в «Велесе», есть зона «Чиллаут». Легкая фоновая музыка, приглушенный свет, чай, сладости и кальян создают спокойную атмосферу для общения с друзьями и отдыха от шумного веселья. Перед Новым годом и во время новогодних каникул для всех, кто придет в клуб до 0 часов, проход бесплатный. Уже в эту пятницу самый большой ночной клуб под энергичные ритмы разыграет денежные призы. А на следующий день «Велес» предлагает провести генеральную репетицию нового 2014 года. Первые 2 дня следующего года посетители ночного клуба проведут вместе с диджеем Азотом. Клуб «Велес» приглашает всех молодых и энергичных сделать новогодние каникулы жаркими. «Велес» находится на 6 этаже торгово-развлекательного центра Тимошковых. А мы напоминаем, последние дни декабря в ТРЦ – время самых больших скидок и праздничных акций.